Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 2510. Три многочлена. P1, P1 от xy равны 27x в кубе минус 27x в квадрате плюс 9xy в квадрате минус y в кубе. P2 от xy равны 20x в кубе минус 15x в квадрате y плюс 4xy в квадрате минус 3y в кубе. И P3 от xy равны 10x в кубе плюс 12x в квадрате y минус 5xy в квадрате плюс y в кубе. Необходимо найти некий многочлен P от xy равный сумме этих трех многочленов. Таким образом, наше P от x и y будет равно 57x в кубе минус 30x в квадрате, x в квадрате y, плюс 8xy в квадрате, xy в квадрате, минус 3y в кубе. В примере B нам необходимо найти разницу первых двух многочленов и прибавить к ним третий. Таким образом, P от xy будет равно 17x в кубе плюс 3y в кубе. В четвертом многочлене первые два многочлена суммируются, а последний отнимается от их разницы. И это нам дает многочлен вида 37x в кубе минус 54x в квадрате y плюс 18xy в квадрате, xy в квадрате, минус 5y в кубе. Г. Мы находим разницу между первым многочленом и вторым, и от них отнимаем еще третий. Получим минус 3x в кубе, минус 24x в квадрате y, плюс 10xy в квадрате, плюс y в кубе. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.